Эти года были прекрасными, потому что Лукич очень светлый, позитивный человек. Удивительно, как в одном человеке столько всего положительного. К каждому из работников у него был свой подход. Кто-то был маленькая, кто-то был моя красавица, кто-то был «заходи, моя хорошая». Никогда никто от него не слышал чего-то плохого. Я не знаю, когда мы сможем оправиться от этого удара и сможем ли вообще. Потому что это тот человек, который давал нам советы, и его советы были бесценными. К сожалению, мы понимаем это тільки зараз. Олексій Лукіч в роботі був дуже завжди пильним, завжди тримав свою руку на пульсі. Він постійно спостерігав за ситуацією і завжди вперше були люди. Люди і виробництво. На превеликий жаль, таких людей зараз земля не народжує. Таких зараз немає. Останні роки життя він присвятив профкому адміністрації морського порту «Южний». І його, скажімо так, встання на ноги, як профком, як профспілкову організацію, проведення різних заходів. Він дуже волів над спортивним життям, тому що молодь зараз, на превеликий жаль, не так активна, як хотілося б. Завжди різні проекти підтримував. Ніхто, хто приходив з якоюсь пропозицією, не пішов з пустими руками, як то кажуть. Завжди була змога допомогти, завжди допомагав. Просили, намагався ніколи не казати «ні». Завжди тільки позитив. Ви знаєте, в нього навіть квіти були самі кращі на філії, самі зелений кабінет. Тому що вони його любили, любили життя, як і він. Таке впечатлення, що знали його все время, поки працював в порту. Это та категория людей, которые, знаете, вот как воспринимается, просто как сплошной позитив. Замечательный человек, прекрасный специалист. Вот все время сплошной оптимизм, бодрость. И даже вот в последнее время, когда нас с 2013 года разделили, он работал в администрации. Мы все время были с ним на связи, потому что там был мой коллега, председатель профсоюза. У нас целая масса совместных мероприятий, которые мы проводили вместе. Вот сейчас, кстати, канун праздника, канун Дня работников морского речного транспорта, тоже были запланированы совместные мероприятия. Мы с ним часто встречались, мы рядом сидели, были членами исполкома, рядом сидели на заседаниях. То есть постоянно были в контакте, постоянно доброта, позитив. Постоянно хорошие отношения. И это, конечно, это очень больно. Это очень больно, потому что рассматривать вот как в комплексе тех людей, которые уходят, это очень печально. Потому что это уходит целая эпоха наших старших товарищей, наших наставников, которые этот порт строили, город строили. Которые искренне верили в том, что они будут жить с каждым годом в лучшем мире, в лучшей стране. Ну, вот нам достается то, что они уже сделали. Мы сейчас изо всех сил пытаемся, знаете, хоть сохранить. Это тоже, кстати, не добавляет позитивных эмоций и годов жизни тем ребятам, которые сейчас уже на пенсии. У нас их остается все меньше и меньше, но, по крайней мере, я с ними общаюсь и смотрю, люди смотрят то, что сейчас происходит, знаете, с нашим предприятием даже. Они смотрят, они просто не понимают, как до этого можно было дожить. Поэтому я не думаю, что все в плюс идет здоровью. Поэтому... Что касается Алексея Лукича, несмотря на вот эти все бури, невзгоды, несмотря на то, что внешний мир и капитализм вот так наступает, да, какими-то семейными шагами, он все равно сохранял бодрость духа, он все равно всегда с улыбкой, всегда с оптимизмом, какие-то мероприятия, смотрим, ну не хватает денег, не получается, ну давай все равно мы это должны провести хотя бы там на каких-то добровольных началах.
По городу очень много мы с ним работали, вот, пляжные виды спорта, ну, очень-очень тяжело. Сейчас вот велопробег, я думаю, что этот велопробег, который уже делает администрация, это их тема, мы просто включались. Я думаю, что этот велопробег они могут посвятить уже Алексею Лукичу, по крайней мере, я бы так сделал на месте администрации, сделать ежегодный велопробег памяти. Вот, но все больно, конечно, все очень эмоционально грустно, и погода даже, видите, какая-то погода плачет. Сегодня действительно очень скорбный день для коллектива порта, коллектива администрации портов, да и для нас всех, потому что коллектива детского припортового завода, я как председатель правкома, прекрасно знаем человека, который много лет трудился в порту Южный, отдал все, что он умел, для того, чтобы порт стал тем, кем он сегодня есть, лучшим портом страны. Хочу сказать, что мне довелось много раз встречаться с ним. Человек общительный, человек с прекрасным характером, веселый, но очень серьезный, когда касалось дел. Он всегда любил доводить все то, что он наметил, до конца. Его хорошей чертой является прекрасное отношение к людям. И сегодня многие, которые простились, вспоминают между собой, что действительно это прекрасный человек с человеческим характером. Сегодня таких мало. Все больше уходят из жизни ветераны, которые отдали жизнь не только порту, но и нашему городу, чтобы город нас процветал, расцветал. И я хотел бы, чтобы и город, и все мы помнили об этом прекрасном человеке Алексея Лукича. Хочу еще раз сказать, что действительно то, что сделано ветеранами, надо беречь. Беречь во имя их памяти. Мы с ним совместно, как с председателем правкома, проводили не одно мероприятие. Вот. И надо сказать, что это был человек очень общительный, человек широкой души, с которым мы сразу нашли общий язык и с которым приятно было работать. Но, к сожалению, смерть сегодня преждевременно вырвала его из наших рядов. Это человек с большой буквы, и приношу глубокие соболезнования семье, родственникам Алексея Лукича. И хочу сказать, что мы его будем помнить всегда. С Алексеем Лукичем познакомились еще в 79-м году. Я работал лоцманом, а он работал диспетчером. Это высочайший души человек был. С ним всегда было взаимопонимание, всегда находили общие контакты какие-то. Он никогда не был таким, ну, чтобы кому-то не оказал помощь или еще какое-то доверие было такое. Мне очень сейчас жалко, что слезы на глаза наворачиваются, что ушел из жизни такой человек. Очень жалко. Пусть земля ему будет пухом. Это мы начинали. Первые работники были порта Южного, 42 года, как мы заработаем в порту вместе с ним, в том числе. Это, ну, человек, вообще душа коллектива и всего. Он работал диспетчером района первого, я работала в ТЭКе. Были молодые и веселые. Он, балагур был страшный. Вечно подкалывал, что-нибудь смешное заходил, рассказывал. Вот так и познакомился. В 82-м году в порту был веселый, а теперь помним. Во-первых, он был профессионалом, молодым профессионалом. Потом опыта набрались все, и веселым, добрым, требовательным. Что сказать, душа компании.